Несмотря на рабочее утро, в храме много прихожан. Те, кто встретил крещенский сочельник дома, набрать святую воду, причаститься и получить благословение, смогли сегодня. Святой праздник. Привыкли к этому. Конечно, мы в духовенстве азы, но все равно ходим каждый год. Обязательно дети приедут, водичкой покропим, посидим. После праздничной литургии верующие совершили крестный ход к реке Абакан. Мало кто знает, что изначально праздничное шествие предназначалось для еретиков. Церковь пыталась таким способом просветить неверующих. Спустя столетия это стало доброй, торжественной традицией и добавился чин освящения воды. Сегодня этот обряд прошел на реке Абакан. Воду в Иордане освятил владыка Иоаннафан. Набрать святую воду сегодня и завтра можно не только на реках города, но и во всех республиканских храмах.